За 4 часа приготовить 7 разных блюд. Задача крайне сложная. Причем здесь вопрос не столько во времени. Главная оценка за вкусовые качества. А здесь жюри крайне требовательно. Фингерфуд – горячую закуску из морепродуктов, тельное в авторском исполнении, десерт на основе, десерт с компонентом заварного крема и двумя гарнирами, винегрет в авторской подаче, котлету по-киевски и теплый яблочный пирог. Третий раз региональный чемпионат WorldSkills проходит именно в нашем городе. Анапский колледж сферы услуг – одна из лучших краевых площадок именно в номинации «Поварское дело». Оборудование учебного заведения соответствует всем мировым требованиям приготовления блюд. Анапу на этих соревнованиях представляет Кристина Давтян. Она студентка третьего курса по специальности технологии продукции общественного питания. Как отмечает руководство колледжа, поварская специальность – одна из популярных профессий среди рабочей молодежи. И не только в Анапе, во всем Краснодаре. В Краснодарском крае и в целом по России эти направления подготовки всегда востребованы. Вот, всегда наблюдается конкурс при поступлении на них. Вот, и студенты, которые оканчивают подобные специальности профессии, они всегда востребованы, потому что сфера общественного питания, сфера услуг у нас развивается, расширяется, и выпускники востребованы всегда. Конкурс завершен. Экспертная комиссия оценила работу участников. Во внимание принималось время подачи, визуальное впечатление от блюда, стиль и креативность, сочетание и гармония вкуса всех компонентов блюда. Все участники заданием справились в полном объеме и в срок. По итогам конкурса победитель будет представлять свое муниципальное образование на всероссийском этапе чемпионата WorldSkills, который пройдет в ноябре на Сахалине. Александр Кореневский, Руслан Душевский, Анапа регион.